Подрыхтовка до веселья, безумовно, процесс радостный и незабывный, але он потребует немалых сил и часу. Как полегчить эти бесконцые пошуки, стомные поездки и встречи, а главное продемонстрировать самый широкий перелик отповедных товаров и послуг одразу в одном месте, была организована другая региональная специализованная выстава «Весельный Гомель-2016». В прошлом году был очень замечательный старт, и в этом году логическое продолжение на том же уровне, с таким же большим посещением наших уважаемых горожан и гостей нашего города. Ну, естественно, с радостью экспонентов, которые предоставляют услуги, товары, все, что касается свадьбы. Выстава объединила представников весельных салонов и агентства, кондитерских майстерняв, а так само лепших ведущих, фотографов, декораторов, визажистов и инших специалистов индустрии. Усе яны імкнуліся дапамагчы наведвальнікам отказать на галоўнае пытанне, як найменш затратна и найбольш відовішна организовать свою идеальную урачыстасць. Знаёмілі присутных с апошнімі тенденциями весельной моды и давали им слушные парады. Свадебная фотосъемка — это такая работа в команде, должны работать все и молодые, и фотограф. Заранее все оговаривается, все детали, вплоть до того, какого цвета должен быть галстук, чтобы он лучше выходил на фотографиях. Зараз молодые пары все частее отдают перевагу выездным фотосессиям. Их імкнуцца организовать у прыгожем маляўнічым месце, якое дозволить лепш адлюстраваць на здымках пяшчотные эмоции. Выездные регистрации так само не губляют своей актуальности. Одним из самых отказных моментов у их организации является оформление. Все частее заказчики кіруюцца принципом «просто и с густом», за доходом от усяго штучного и ставкой на натуральное. Сейчас в тренд входят натуральные материалы, дерево, живые цветы, лен. Все должно быть очень легким, воздушным. Мероприемство сопровождалось арт-показами святочных уборов, майстер-классами по створению образов невест, цікавыми розыгрышами, конкурсами и творчими музычными выступлениями. Выстава «Весельный Гомель-2016» зараз мае региональный статус. Однако, глядячи на ее масштабность, запотребованность и цікавость сбоку жыхароў, организаторы мают намер у будущем поступово поширать ее межи. Я думаю, что для того, чтобы встать на ноги, нам третьего раза хватит, и потом обязательно мы будем завоевывать уже в целом Беларусь. Город Гомель всегда был, может, негласным, разгласным, все-таки культурной столицей нашей республики, и мы обязательно наш свадебный мир сюда подтянем. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».